Мастер с актерским дарованием. Он может блестяще вжиться в разнохарактерные роли. Герой нашей программы – солист-вокалист Крымского музыкального театра Валерий Карпов. Здравствуйте! Смотрите в программе. Валерий Карпов расскажет, каких примет придерживается 29 лет, покажет закулисья театра за минуты до гала-концерта. А также мы узнаем, как не потерять себя среди сотни ролей и заглянем в семью, в которой все познали актерское мастерство. Не пропустите! Вот оно, закулисье театра. Чем оно живет? Расскажите, поделитесь. Тут особый климат, тут своя жизнь. Не зря говорят, что театр – это живой организм. Своя печень, свое сердце, свои легкие, мозги свои, все, все. Это все совершенно верно. Я с годами это понял 100%, что это живой организм. И вот оно не то что кипит, это бурлит. Оно все готовится к тому, чтобы вот этот хаос, вот эта какофония, она дана для того, чтобы там, на сцене, была полная организация, полная дисциплина. Каждый знает каждый миллиметр сцены и знает, куда стать и как действовать. Здесь грим-уборная, где актер проводит большую часть своей жизни. Не дома. Пожалуйста, заходите. Я вас приглашаю. Вот у нас здесь недавно был ремонт всего театра. Это ваши костюмы? Это мои, это моих коллег. У нас здесь 6 человек, 5. Вот, когда все заняты. Может, покажете вот как-то костюм? Очень, бывает неуютно. Это сорочинская ярмарка. Афанасий Иванович. Сегодня будет представлен отрывок. Это эстрадный какой-то номер. Есть вот примета какая-то особенная вот перед выходом на сцену? Нет, как правило, у нас примет нет. Нам некогда об этом думать. Примет нет. Ну, роль упала. Если упала на пол, надо обязательно сесть. Это закон. Особенно, когда репетиционный момент. В процессе уже спектакля, не важно, подняла. Вот. Ваш так любимый что... жанр – оперетта. Оперетта, да, оперетта. Это шампанское, это салон, это всегда хэппи-энд, финал со счастливым концом. Это пластика, это море обаяния артистического на сцене, это музыка, танцы, фейерверк. Маскарад жизни нашей. Вам приходилось обращаться к психологам, социологам? Нет. Вот в рамках нашей программы мы вам предлагаем пройти экспресс-тест, с помощью которого известные крымские соционики определят ваш психотип. Это быстро. Вот, пожалуйста, я вам буду давать два варианта. Вам нужно определить свой. Делать нужно это вслух быстро. Или быстренько, да? Быстро, да, долго не думать. Так, склонны к критике, доброжелательные. Доброжелательные. Голова, сердце. Сердце. Анализировать, симпатизировать. Анализировать. Применение на практике. Поиск скрытого смысла. Применение на практике. Рассудительный, удивительный. Удивительный. Задумались. Реалист, мечтатель. Мечтатель. Шумный, тихий. Шумные. Общительная сосредоточенность, общительность, ориентированная внешне, ориентированная внутри себя, отважный, хладнокровный. Я знаю, у вас большой педагогический стаж, при том вы были не самым примерным учеником. Все-таки возвращается вот то поведение вот сегодня? Ну, знаете, не самые лучшие ученики становились героями Советского Союза, профессорами, академиками. Как правило, те, кто в отстающих был, не всегда, конечно, потом опережали своих сверстников, которые намного лучше их учились, гениев, талантов, вундеркиндов, и достигали очень... Тут дело в другом. Как развиваешься? А ты останавливаешься в своем развитии или, наоборот, набираешь обороты и к цели движешься семимильными шагами? Горе-то луковое, называла мне Римма Александровна, моя педагог. Но верили и тянули меня.
подтянули. Ведь я занимался, не вагонами разгружал, спасибо судьбе моей, потому что папа военный и мог как-то меня. Я работал, я развивался, музыкально развивался в этом плане. Поэтому и также к студентам я своим отношусь. Я, знаете, очень многим помогал, студентов, которых выгоняли из института. Валерий Карпов родился 23 декабря в 1958 году в Азербайджане. Образование получил в Киевском национальном университете культуры и искусств. Трудовую деятельность начал в 1979 году преподавателем фортепиано. С 1984 года артист-вокалист Крымского музыкального театра. Прошу вас. Ну, вот мы, святая святых. Это сцена. Это сцена. Именно здесь происходит все колдовство, это магия, очарование зрителя происходит здесь, на этом месте, которое полито потом, а то и кровью артистической. Вот, посмотрите, это сейчас готовится оркестр у нас здесь. Это инструменты, проверяются артисты. Раньше там 35-40 лет пусто было все. А теперь мы имеем такую возможность световую, звуковое оборудование. То есть это все помогает в современном театре. Мюзиклы, рок-оперы, постановки, даже оперы жанра классического. Все это необходимо. И мы очень рады, что вот за эти 5 лет, конечно, укомплектован театр на 99,8%. Так что вы сами ощущаете энергетику. Есть такая история, да. Хотя еще рановато, казалось бы, но эта вся часть заполнена будет. Будет дыхание, единение душ, сердец. Я знаю, что первый раз вы познакомились с фортепиано, когда вам было 6 лет. Кстати, родители даже не догадывались очень многие годы о том, что я пою. Вот это кто-то из соседей кто-то сдал меня. Говорит, Витя, там твой пацан, ты купи ему инструмент. Хорошо так поет. А пытали меня родители, я упирался, говорю, ни в коем случае, нет, это не я пел, нет. Но в конце концов отец настоял и приобрел инструмент, фортепиано. Я вот в 6 лет занимался музыкой. Благодаря отцу. Я знаю, что вы учились в Южно-Сахалинске с очень знаменитым человеком, с Игорем Николаевым. Сейчас поддерживаете отношения? Ну, сейчас нет. А раньше поддерживали, буквально еще лет 10 назад мы так плотно. На 50-летие училища Сахалинского мы приезжали, там встречались. Сюда он часто приезжал, в юбилейный, и в нашем театре у него были концерты. У него недавно была передача «Портрет», я не помню, как она называется, в общем. Он показал фотографию, эту же фотографию, что у меня сохранилось у вот него. Это? Да, да. Он, покажите, где вы? Он, да, тоже упомянул меня. Вот Игорь Николаев. Да, ему 15, мне 16 лет. Это Лена Кудряшова, его первая жена. Лена. Вот, это все девочки. Единственное, мы 2 пацана были. Так что... Южно-Сахалинск, 70... Здесь написано. 5-й год. Да, 1-й А-курс, июнь, 75-й год. Я никогда не думал, что я стану артистом. Никогда. У меня в планах это не стояло. Да, я хотел, мечтал стать пианистом в варьете, и потом работал в варьете в городе Ростове-на-Дону.
И как-то, ну, совершенно не думал, что я буду артистом. Совершенно. Как это случилось? Как? Какой-то поворот судьбы? Что повлияло на это? Я не могу сказать. Гаснет луч пурпурного заката, синевой окутаны цветы. Где же ты, желанная когда-то? Где же ты, будившая мечты? Я вижу, у вас очень много наград, медали, благодарности, сертификаты. Какая самая любимая и значимая для вас? Ну, вы знаете, я считаю, что искусство – это парадный костюм на плечах власти. Его надо доставать, чистить, приводить в порядок, вешать туда, не забывать ордена и медали. К счастью, они у меня все мирные, ордена и медали. У меня нет боевых наград. Хотя я в армию пошел в 79-м году, как раз это горячая точка первая у нас была в Афганистан, ввод войск. Но мне не довелось служить там. Я служил в России. Вот, и все награды у меня, вот они здесь представлены. За заслуги перед городом Симферополем. Две государственные премии. Да, одна государственная и премия Автономной Республики тогда была у нас. Вот. Крымских очень много. В этом значимом углу для вас вижу единственный портрет. Ваш портрет. Вы в образе. Это была судьбоносная роль? Да, это 87-й год. Я был назначен на роль, эпизодическую роль в спектакле «Любовь Яровая» по Треневу. Актер заболел, как это часто бывает, и меня режиссер, ну не видя, ну, безысходная ситуация была, и меня назначили на роль вот поручика Ярового. Я как-то справился с этой ролью, и с тех пор у режиссера было изменено ко мне отношение, и он увидел меня в другом ракурсе, в другом амплуа. Валерий Карпов мгновенно перевоплощается в любую роль. Он органично смотрится как в жанре классической трагедии, так и в оперетте. Огромное место в его жизни занимает концертная деятельность. Яркими событиями стали бенефисы «Я вас любил», «Золото ночей», «Чеховские дни в Ялте». Одна из лучших работ за последние годы – «Граф Рязанов». У вас вся семья театральная. Супруга Лидия Федоровна – актриса, дочь – актриса, зять – актер. Вот расскажите, чем живет такая семья вот вне сцены? У нас же режим очень плотный. В 10 мы уже собираемся, уже на работу едем. До 2 – репетиции. Вечером в 5 мы уже должны быть в театре. Вот что мы делаем вот между этим. Вот это интересно. А что мы сделаем? Время практически не остается. Лидия Федоровна, да. Расскажите нам, вот несмотря на многочисленные гастроли, вот как удалось сохранить семью? Ну, наверное, любовь была. И есть она, продолжается потом. И сейчас вот у нас самая главная любовь – это наша вот внучка наша, которой мы живем. Лидия Федоровна прекрасно готовит. Поэтому я люблю покушать. Вот, как все артисты. И начинаем мы это все в 23.00. Да. Не в 11.00, а в 23.00. А этому холодильник, там уже замки уже висели. И какие замки мы только не вешали, не помогает. Чего? У всех по 2-3 ключа. Да. Лидия Федоровна, мы знаем, что вы много лет на сцене. Расскажите о своей первой роли. Ой, «Королева тюльпанов». Я играла. Волнительно было. Конечно, я очень. Я сейчас волнуюсь. Я знаю, вы в браке 35 лет. Сколько? 35, да, уже. Умножить на 2 надо. Это минимум, минимум. Да. Также читала, что... Овен. Это 2,5 года. Овен. Я знаю, прожить. Что накануне знакомства вот вам давали напутствие некое. Расскажите об этом напутствии. Вот накануне это знакомства с Лидией Федоровной. Сказали: «Карпов, куда ты лезешь?» Там уже не один пытался. Но как-то 35 лет мы живем,
Да. Катя, вот, доченька. Все живы-здоровы. Ну, да, пришлось, конечно, ему, был чернявый. Чем, а гастроли вот, на 3 месяца раньше? Жена актриса понимает, гастроли, она что-то подскажет. Ездили по 2 месяца, а бывало по 3 месяца. А как прошло ваше детство? Хватало ли внимания родительского? Да, конечно, под крылышком. Вы вместе? Вместе всегда. 2 месяца я куда-то полетела с вами. Самолет первый раз. Так всегда вместе. Сдвигали кровати. Лидия Федоровна это все делала очень хорошо. В театре жила. Я знаю, что для вас природа – это такое спасение от быта. Вот сейчас, в данный момент, вы отдыхаете? В данный момент, Лиля, отдыхаю. Мои истоки, они начинаются в Красноярском крае, в Воронежской области. А вот оттуда именно мои родители. И я был заложен и сформирован очень верно. Потому что отец мой перелетал с базы на базу. В основном они располагались вокруг леса, аэродромов. Это точки, позиции, грибы, ягоды. Вот я был вот там, вырос среди всего этого, и оно мне, это мне нравится. Это мне подходит и по внутреннему миру моему. Поэтому я нахожу вот эти вот моменты, которые энергетические. Как себя настраиваете на волну? Депрессиям поддаются только талантливые люди. Именно их посещает, этих талантливых людей, это состояние. Потому что в этом состоянии они находят новый шаг вперед. Именно депрессия позволяет в себе разобраться, найти какие-то новые источники. Вот, мне, типа, я как посещаю депрессию, я всегда прихожу к какому-то, или в роли мне что-то удается, какой-то сдвиг пошел, либо какую-то новую программу я придумал, либо что-то другое. А состояние покоя – это не мое состояние. Рода перезагрузка получается? Да, да. Так. Вы проходили в рамках нашей программы «Экспресс-тест», и наши коллеги готовы озвучить результат. Предлагаю Отлично. Послушать. Готовы, готовы. Социотип Валерия Карпова – Гамлет, или этика – интуитивный экстраверт. Самым сильным качеством этих людей является этика – эмоция. Они способны регулировать эмоциональное состояние людей, поднимать им настроение. Эти люди не могут жить без эмоций. Еще одно сильное качество – неординарное мышление. Они мечтатели и стратеги, испытывают интерес к организации, анализу. Гуманитарная сфера дается им гораздо легче, чем техническая. Что для вас счастье? Какое оно? Счастье – это когда ты себя не растерял. Когда ты себя нашел и закрепился в этой позиции. Ведь тяжело забираться, а падать очень легко. Секунды, и ты внизу. Есть и эта опасность. Вот. Я как бы еще не прожил тот большой отрезок времени, когда завтра вот надо сказать, что все, я остановился. Нет, я еще в поиске, у меня еще впереди роли. Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас. Ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть. Друг.